Заглянем на несколько лет назад. Давайте посмотрим, о чем рассказывали орские журналисты с экрана телевизора. Советский район Орска отличается криминогенной обстановкой. Большая протяженность, частный сектор способствовали росту преступности, в том числе и среди несовершеннолетних. Не раз новая команда администрации Советского района совместно с депутатами горсовета и начальником райотдела собирались вместе и решали, как изменить ситуацию к лучшему. Была выработана программа, одним из направлений которой работа по профилактике правонарушений. В рамках вот обсуждения мы договорились, что каждый депутат для того, чтобы как-то и приблизить участковых к народу, и как-то, если можно или если нужно, вместе с участковым проводить приемы людей, организовывает ремонт опорных пунктов у себя на своих, так сказать, избирательных участках. То есть все 5 опорных пунктов на избирательных участках у нас отремонтированы. Депутаты городского совета, я подчеркиваю, именно они тут большую работу проводили, где-то там через предпринимателей, где-то еще как-то помогли мебелью. И так далее. Целый ряд вопросов порешали. Раньше опорный пункт в этом районе размещался в комнате площадью 12 квадратных метров. Ни о какой оргтехнике не было и речи. И вот Сергей Дунаев взял на себя инициативу. По его предложению нам администрация города помогла, изыскала здесь помещение. Полностью он закупал все материалы. Видите, решил вопросы все по мебели, вопрос, так сказать, компьютер решил. И так далее. Значит, управляющая компания советская, они проводили ремонт, но все материалы, все затраты фактически это депутат Дунаев Сергей Сергеевич. Поэтому, скажем так, основной заводила здесь и основной человек, который все организовал. Присутствующие по достоинству оценили проделанную работу. Посмотрел этот опорный пункт. Это как бы пример хорошего взаимодействия исполнительных, законодательной власти, депутатов местного уровня, предпринимателей, что называется, сделали всем миром. Заразившись примером, я хочу сказать, если нужна оргтехника, железная дорога в состоянии. Несколько экземпляров, несколько комплектов вычислительной техники помочь. Сказал свое мнение и глава города. Я думаю, этот пример будет заразителен, и мы должны сделать все, чтобы в городе Орске все опорные пункты у участковых были не хуже, а только лучше. Очень на вас надеюсь. Работа у вас непростая, район очень непростой, поэтому просьба одна – честно, добросовестно выполнять свою работу.